В регионе в 2020 году был открыт первый IT-куб в левобережье города Новосибирска. Второй центр был открыт в 17-й гимназии образовательного центра «Горностай», который расположен у нас в Академгородке. В этом году в регионе планируется открытие трех центров, один из них на базе лицея города Татарска. Когда писался этот грант, отбирались образовательные учреждения региона, которые показали себя в том, что у образовательной организации есть потенциал. Потенциал, самое главное, кадровый. Это одно из основных условий. Создать условия, сделать ремонт, поставить технику. Техника ставится в проекте за федеральные деньги. Это, ну, как бы одна из задач, но она не главная. Самое главное, что есть преподаватели, есть заинтересованность для Татарска, что я хотела бы отдельно отметить, что есть заинтересованность управленческого персонала, начиная от главы администрации, зама главы администрации, начальника управления образования, руководителя и кадров, которые в дальнейшем обеспечат выполнение нормативов по проекту. Это означает, что по шести направлениям работы Центра цифрового образования детей IT-куб. Это и программирование, это и робототехника, это и мобильная разработка, это алгоритмика и кибергигиена. Будет обучено в течение года, в первый год запуска 200 детей, а в последующие годы Центр должен будет выпускать и выдавать сертификаты 400 обучающимся. Вот сейчас, после того, как центр запустится, в августе месяце все педагоги 100% должны пройти обучение на федеральном уровне в Академии Министерства просвещения Российской Федерации. Уже осуществляется сейчас подбор кадров, которые есть в Татарске, которые будут работать, объединять свои усилия на воспитание тех деток, которые в дальнейшем, будем надеяться, пополнят кадры для цифровой экономики России.